Ну, во-первых, я всегда хотел снять фильм «На краю света». Больше всего в самом эссе меня поразило, что японская культура была уничтожена. 映画監督ウラジーミル・コズロフさん68歳、旧ソ連ベラルーシの出身です。およそ10年にわたり北方領土の取材を続けています。去年日本で公開された映画クナシリ。Это вот жители, которые прибыли у нас сюда, практически весь поселок собрался для того, чтобы посмотреть вот эту вот реконструкцию этой высадки. А здесь 1 сентября на острове Кунашир гарнизон японской армии капитулировал. Руководствуясь повелением императора Хирохита и здравым смыслом от имени гарнизона острова Кунашир, 島のありのままの姿を伝え、そして島民の本音を引き出しました。ロシアでは映画館での一般公開の話が立ち消えになったといいます。На основании чего вдруг они будут возвращены, я, например, не вижу ничего подобного, никаких условий. Что будет что-то совместно с японцами, будет у людей работа, что-то жизнь закипит. Иначе они знать ничего из них будет. Не изменится. Так и будут курил хереть, люди будут уезжать, вымирать, деградировать, спиваться. Кто против, кто не верит, что будет совместная какая-то здесь система. Конгец 4日, Пари де 行われた документарий の映画祭では表彰され、特別上映が行われました。Je ne connaissais pas cette mémoire à ce point-là qui avait été détruite, les déportations, je n'étais pas au courant, et les saccages. Quand j'ai écrit le projet Kunashir, il y a 10 ans, presque 9 ans, donc j'ai envisagé faire deux films. Donc la première partie, c'est des côtés russes, à Kunashir, et l'autre partie, c'est des côtés japonais, à Nemoro. Чем нравится город Немора, в нем тепло. 今年9月、コズロフ監督たちは根室に入り、次回作の撮影を始めました。タイトルは根室です。По-моему, в этом, кстати, вся специфика, особенность города Немора. Я считаю, что Курилы нужно вернуть. 久保博明さん、国後島生まれの父を持つ元島民2世です。この日は久保さんが保存に取り組んできた4島の歴史を伝えるある施設を撮影します。И мне очень любопытно, какая информация была между Хоккайдо и островами. Какого рода информация? 海を望む朽ちかけたコンクリートの建物。ここはかつて北方領土と根室をつなぐ通信施設の中継地点でした。戦前、根室から38キロ先の国後島南部まで敷設されていた一本の海底ケーブル。そのケーブルは国後島を経由して北方四島の北端、択捉島の標津までつながっていたのです。国後島での漁師さんが水揚げした漁獲量とかを根室の方とこう連絡を取り合っていたとか、私の父が、実は盲人なんですけども、その目が
寝れなくなったという情報を釧路の病院とやり取りをした。Просто для меня это как пуповина между матерью и ребенком. Как только пришли советские войска в 45-м году, первое, что они сделали, они обрезали кабель, то есть обрезали пуповину, и острова остались без матери. ノサップ岬の沖に浮かぶ歯舞群島貝殻島の灯台まではわずか 3.7 キロ。すぐそばの島々にはかつておよそ1万7000人が住んでいました。歯舞群島志保津島出身の木村義勝さんもその一人。昆布漁が盛んで缶詰工場もあり、豊かな資源に恵まれていました。しかし木村さんが10歳の時、暮らしは一変します。Так первое, что самое страшное, он видел и слышал. 一つ聞かせてください。На острове Зелёном. 向こうだって鉄砲持ってるもんだもん。おら、なんもそんなもの持ってないもんだもん。そして大きい声出すからね。本当おかなかったよ。Как вы относитесь к проблеме северных территорий? И будет ли она разрешена по-вашему? 日本がアメリカのあれでしょ、戦力下の下になってるでしょ。だからアメリカとソ連と長いくしないばこの話も進まないと思うよ。今すぐ帰ってくるとかっていうことは私は望んでないね。もう、望んだって来ないもの。ふるさとに昇る朝日に照らされることのない日々。元島民の平均年齢は87歳となり、残された時間はそう多くはありません。Буквально, ну как по-русски говорят, скачить последний вагон поезда. Но самое главное, чтобы не было войны. Самое главное рассказать о фильме, что насколько страшна сама по себе война.